Доброго вечора, в ефірі «Гаряча лінія», я Катерина Лисюк. В гостях нашої студії сьогодні виконуючий обов'язки директора обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Віталій Бородін. Здравствуйте. Дуже приємно. Расскажите, пожалуйста, отопительный сезон уже начался, но морозов еще сильных не было. Ну, предварительно, как вы оцениваете ситуацию подготовки вашего предприятия к этому периоду? Значит, добрый вечер, уважаемые жители города. Значит, на сегодняшний день наше предприятие, которое включает в себя 105 котельных в городе Николаеве и 4 котельных в городе Очакове, проходит и начал отопительный сезон в штатном режиме. На сегодняшний день крупных сбоев и аварий мы не наблюдаем. Значит, мы находимся в рабочем режиме. Значит, по октябрю и по ноябрю месяцу прохождение у нас безаварийное. Значит, сегодня больше наше руководство и руководство нашего предприятия волнует вопрос не технического характера, а больше экономической составляющей нашего предприятия. Потому что финансовое положение на сегодняшний день не такое стабильное, как техническое. Вот. Мы сегодня еще до сих пор находимся в состоянии ареста счетов. И вот эти два месяца, которые с 14 сентября я приступил к обязанностям, мы, честно говоря, проходим на, или на спонсорской помощи, или на помощи там, города, области, для того, чтобы в дальнейшем, так сказать, наши объекты теплоснабжения функционировали. Вот. Вот это на сегодняшний день для меня главная задача – финансово стабилизировать предприятие. А то, что касается в дальнейшем, декабря или января, я думаю и заверяю жителей города, пусть они не переживают, значит, то оборудование, которое у нас есть, хоть оно и достаточно уже прошло срок своей эксплуатации, оно работает в нормальном режиме, значит, и все жители города будут с теплом. Мы постараемся даже в дальнейшем параметры теплоносителя увеличивать для того, чтобы ну, вовремя реагировать на минусовую температуру декабря, января и февраля месяца. Расскажите, пожалуйста, насколько я знаю, на вашем предприятии были долги по зарплате. Какая сейчас ситуация, какие суммы были, то есть как предыстория, и какая ситуация сейчас, и помогают ли в решении проблемы этой городские или областные власти? Значит, да, ситуация заработной платы у нас стала критичной еще с мая. С мая месяца этого года у нас были долги по июню, по июлю месяцу. Все это связано в первую очередь с тем, что, как я уже неоднократно отмечал, есть постановление Кабинета министров номер 217, которое жестко регламентирует распродел коштів, ну или разделение средств в счет поставщика газа. Это в НАК «Нафтогаз». На сегодняшний день с помощью областного совета и депутатов областного совета мы закрыли задолженность июня, июля и частично августа. Они нам выделили 6,9 миллионов на покрытие убытков. Вот, эти деньги были направлены на зарплату. Но, чтобы вы понимали, 6,9 миллионов пошли, это деньги на выплату зарплаты людям на руки. А у нас остались непогашенные задолженности по пенсионному фонду, по единому социальному фонду. То есть есть задолженность сегодня порядка 4,4 миллиона, задолженность по налогам. Вот. Но даже при аресте счетов на сегодняшний день мы частично выходим из ситуации. Вот, и те деньги, которые у нас накапливаются на счетах, мы через исполнительную службу сегодня, вот на сегодняшний день закрыли заработную плату августа и сентября. Вот, и переходим, я думаю, где-то в декабре мы перейдем к выплате заработной платы октября. На сегодняшний день зарплата за август и кусочек августа и сентября там было 3,1 миллиона гривен. Мы ее закрыли. То есть у нас как бы здесь проблем нет. Но если в дальнейшем постановление это 217 будет действовать, и алгоритм такой же и будет, у нас будет постоянно возникать проблемы с оборотными средствами и задолженностью по зарплате. И она будет возрастать, и думаю, что где-то к 1 январю она у нас составит вместе с налогами порядка 12 миллионов. Но это как бы пессимистический прогноз. Я все-таки надеюсь, что
Мы постараемся уже в декабре все-таки закрыть вот этот арест по счету перед Николаем Газом, там порядка 5 с чем-то миллионов гривен, и выйдем, так сказать, в сферу хозяйствования для того, чтобы могли стабильно платить заработную плату. Расскажите, пожалуйста, про географию вашего предприятия. То есть, как я поняла, это сейчас на данный момент Николаев и Очаков. И Очаков. Да, и Очаков. Я бы еще раз подчеркнул, что по городу Николаеву, значит, у нас 105 котельных. Порядка 36 котельных – это крупные районные котельные, где проживает наибольшее количество населения. Вот. Эти котельные охватывают Корабельный район, охватывают, значит, район промзоны, охватывают Намыв, Лиски. То есть в основном по всему городу это 60% покрытия централизованного отопления. Остальные 40% несет на себе Николаевская ТЭЦ. В Очакове у нас осталось, уже было 4 в этом году, мы одну котельную закрываем. Просто по Очакову в свое время городские власти работали больше с индивидуальным отоплением, и на сегодняшний день там город почти на 60-70% закрыт индивидуальным отоплением. Поэтому было принято решение в дальнейшем по городу Очакову закрывать котельные. Почему? Потому что они на сегодняшний день не являются экономически выгодными. То есть клиентов, потребителей тепла мало, а мощности котельные очень большие, оборудование устаревшее. Поэтому по Очакову было принято решение постараться уже в следующем году, в следующий отопительный сезон, полностью перейти там на индивидуальное отопление. А по городу Николаеву мы как были основным, так сказать, поставщиком централизованного отопления, так мы и будем оставаться. Вот. И в дальнейшем, я думаю, используя инвестиционные деньги или деньги собственного предприятия, мы можем пройти процесс реконструкции и выйти уже на какие-то новые, ну я не скажу, что это будут новые котельные, но по крайней мере те крупные источники, крупные котельные будут реконструированы. Как я поняла, в Очакове полностью, скорее всего, полностью закроются ваши котельные, то есть только в городе Николаеве. А не предусматривается ли это, что вы перейдете под патронат. Не области, а города? Да, действительно, есть сегодня мнения, которые склоняются к тому, чтобы предприятие стало городским. Почему? Потому что в основной вид деятельности в городе Николаеве, и как бы логично было, так сказать, этому предприятию стать городским и перейти под патронат местного самоуправления, то есть мэрии. Но еще в 2014 году областное коммунальное предприятие присоединилось к программе энергоэффективности, которая, так сказать, проводилась Минрегионом и Мировым банком. И в 2014 году, значит, был подписан договор субкредитования на 24 миллиона долларов, который подразумевал в первую очередь, там было много подписантов, в том числе и областной совет, и городской совет. Вот. И согласно этого договора, этот договор рассчитан на 6 лет внедрения и где-то порядка 15 лет выплата процентов по этому субкредиту, то одним из пунктов этого договора является о том, что в течение выполнения срока этого договора нельзя изменять имущественные права, то есть собственников, вносить изменения в статут областного коммунального предприятия, то есть вносить любые изменения в имущественный состав нашего предприятия. Поэтому сегодня этот вопрос уточнялся в Министерстве регионального развития ЖКХ, то есть пока мы не имеем возможности, значит, или мы должны отказаться от этого кредита, и тогда город должен на себя взять эти обязательства, или же продолжать еще в дальнейшем работать как областное коммунальное предприятие, хотя в пределах города Николаева. Вообще, что это за кредит, куда должны были пойти эти деньги? Значит, программа эта, она обширная, чтобы вы понимали, она распространяется на всю Украину, там много городов, которые участвуют в этой программе. Программа подразумевает собой мероприятия, которые
снизят затраты на газ, на электроэнергию, на воду. То есть это, вкратце, это реконструкция котельных, замена теплотрасс, замена изоляции, то есть диспетчеризация котельных. То есть даже есть такие мероприятия, которые позволяют самому областному коммунальному предприятию модернизироваться. То есть это там идет и закупка компьютерной техники, закупка серверов, закупка линий связи. То есть там большой комплекс. По Украине, кроме нас, поверьте, участвуют это Харьков, Кам'янець-Подільський, Херсон, Тернополь, Вінниця. То есть эта программа порядка 600 миллионов долларов Мировой банк выделил под эту программу по всем теплокоммунэнерго, значит, по Украине. Мы на сегодняшний день находимся уже, как бы, я бы не сказал, что в начальной фазе, мы находимся где-то в активной фазе. Почему? Потому что на сегодняшний день уже заключенные контракты, есть контракты, которые находятся в стадии подписания, в стадии переговорной, и некоторые контракты уже начали выполняться, уже начали осваиваться какие-то денежные средства. Если есть у кого-то или желание, или это, у нас в первую очередь контракт выполняется сейчас на котельной Белой, на Намыве, меняется изоляция. На котельной проспект Героев Украины, 72, там тоже идет замена изоляции на трубопроводах. То есть это как бы первое такое начало. Этот контракт по замене изоляции рассчитан на год. Следующим этапом уже где-то, наверное, в марте у нас будут вопросы, связанные с индивидуальными тепловыми пунктами. Ну и в дальнейшем по плану, который запланирован Мировым банком. А можете рассказать конкретнее, что это за план и что конкретно здесь будет у нас в Миколаеве делать? Значит, конкретно план утверждается Мировым банком. Мы только как предприятие готовим технические задания, что мы хотим, там, в каком виде и так далее. В дальнейшем Мировой банк, есть группа управления, которая является связующим звеном между Мировым банком, Министерством региональной политики ЖКХ и нашим предприятием. Она проводит тендеры, проводит переговорные процедуры с подрядчиками и так далее. Там есть особенные условия, потому что Мировой банк, у них немного отличается требования, чем, например, у нас при тендерных закупках и так далее. То есть они не попадают под закон Украины, под тендером. То есть Мировой банк сам проводит, у них своя служба безопасности, они сами проверяют предприятия на финансовые составляющие, на технические составляющие. То есть, чтобы вы представляли, то есть там участвуют в этих тендерах достаточно крупные, известные фирмы, которые своим оборотом денежным, в основном это европейские фирмы, Франция, Польша, там, Прибалтика, то есть, которые могут обеспечить выполнение этого, ну, этого заказа. То есть сегодня система такая, что контроль от Мирового банка осуществляется у нас на предприятии, значит, они курируют это все. Основные пункты вот этих мероприятий – это реконструкция 36 крупных котельных. Вот то, что я вам говорю, районные. Это котельная на промзоне, это котельная, бывшая котельная Николаевского глиноземного завода в Корабельном районе, это котельная в Лисках, на Намыве, котельная стадион. То есть там будут меняться котлы, меняться насосные группы, будут меняться теплотрассы, где это понадобится. Значит, затем у нас есть много малоэффективных котельных, это котельные, которые находятся в старых домах, в подвальных помещениях, которые эксплуатировать их на сегодняшний день, они нерентабельные и угрожают безопасности людей, проживающих в этих домах. То есть многие эти котельные, там порядка 17 или 18 котельных, будут закрываться, переключаться на вновь реконструируемые крупные источники или переключаться на теплоноситель от Николаевской ТЭЦ. То есть вот такие мероприятия, плюс сюда добавьте диспетчеризацию обязательно этих объектов, то есть полностью модернизация всех служб ОКП Миколаево облтепло, то есть и служба сбыта, и аварийно-диспетчерская служба, там запланированы деньги, то есть вся система связи с котельными, управлениями, все будет находиться на центральном диспетчерском пункте в предприятии на Николаевской 5А. То есть вот эти вопросы. Также будет приобретена машина, которая позволяет искать утечки, аварийно выезжать, моментально реагировать на какие-то аварийные
так сказать, аварии. Много будет закуплено еще оборудование к этой машине, то есть там промывочная будет за это, течеискатель. То есть вот эти направленности, это все согласовано с Мировым банком, они утвердили эту программу, и мы четко действуем по ним, по вот этим, так сказать, мероприятиям, и двигаемся по этим мероприятиям. Полностью вся техника откуда будет? Европейская или что-то наше? Нет, поверьте, все будет, так сказать, европейское. То есть компьютеры, новые сервера, машины. Это, ну, это европейский уровень. Мы хотим тоже, чтобы у нас на нашем предприятии было оборудование не хуже, чем владеют наши коллеги в теплогенерирующих компаниях в той же Польше, в Германии или там в Дании. Вот. То есть то же самое касается труб, оборудования. Это будут производители, поверьте, которые у всех на слуху. Многие дома имеют и котлы Bosch, и имеют котлы Budérus, и там Weissmann, и трубы будут предизолированы. То есть это теплотрасса, если будем что-то менять или будем разрывать, обязательно будет труба не меньше срок службы 50 лет. То есть это будет надолго, так сказать, и всерьез будет использоваться оборудование, которое сегодня используется во всем мире. По поводу труб. Трубы будут меняться, вы говорите, только частично. Почему только частично? На сегодняшний день в эксплуатации предприятия находится 184 километра труб, чтобы вы понимали. Понимаете, да. Мы на сегодня, например, изоляцию меняем. У нас воздушных, то есть воздушной прокладки труб находится где-то 42 километра труб. Мы сегодня меняем 24 километра. То есть это то, что вот мы можем. То есть этих денег, которые дает Мировой банк, то есть фактически, ну, его хватает, но не на все, чтобы вы понимали. Да. То есть это главное. Дается деньги на основное, на то, чтобы вот именно модернизировать именно то, что сегодня уже находится в очень плачевном состоянии. А сегодня такие котельные и такие сети у нас есть. Поэтому понятно, что денег даже этих, чтобы вы понимали, они не закрывают наши все как бы проблемы. Они решают пока основные проблемы, такие, которые жизненно важны для города и для николаевцев в этом городе. По поводу модернизации еще, какие конкретно, вот с чего уже начали модернизировать, какие конкретно и какие будут вот постепенно, то есть по каким районам? Значит, конкретно то, что начали. На сегодняшний день, значит, изоляцию, замена изоляции, чтобы все понимали, мы сегодня замену изоляции меняем от теплоисточника, то есть мы идем не там по жилым домам или это, мы меняем пока от теплоисточника, то есть это выходы труб с котельных, то есть на сегодняшний день, например, на котельной на белой уже полностью заменена изоляция, ее можно увидеть. Следующий этап — это проспект Героев Украины 72, это бывшая котельная КЭЧ воинской части, в очень плохом состоянии, там до сих пор еще нам служат паровые котлы, которые сегодня уже нигде не эксплуатируется, чтобы вы понимали. Но вот у нас две паровых котельных, это проспект Героев Сталинграда, ну не Героев, Героев Украины 72 и котельная Новозаводская 48, 135 микрорайона. Следующий этап — эти котельные. То есть затем котельная ПГС, проспект Героев Украины 21, Чигирина 150 и дальше по районам Шкапина, ну это сейчас уже другая. То есть есть потом Корабельный район, там порядка 2 километров теплосетей будет меняться. Это котельная от НГЗ, а котельная завода «Океан», когда будет реконструирована котельная НГЗ или наземного завода, будет закрываться. Да, она будет закрываться, мощности все перейдут на котельную. Индивидуальные тепловые пункты, то, что планируется, тоже будет по Корабельному району. Там порядка 108 тепловых, индивидуальных тепловых пунктов будет установлено в домах. То есть, чтобы жильцы знали, что обязательно там у них в подвалах или в этих в домах будет проходить реконструкция, будут устанавливаться индивидуальные тепловые пункты. Котельные, те, которые закрываются, это старые котельные. Большая морская 13, Большая морская 6, Мостобудівників,
котельных. То есть там целый перечень из 17 котельных, вот, которые будут закрываться. Чигирина там, ну не Чигирина, пограничная 242. То есть я вот вам вкратце так называю, по каким, так сказать, мероприятия будет идти. Изоляция будет меняться тоже в Ингульском районе. Это котельная 112 микрорайона, 114 микрорайона. То есть я думаю, что уже в ближайший год, то есть в 2017 году, значит, жители Николаева увидят достаточно положительную динамику, в первую очередь по изоляции, по вот этим котельным, которым я назвал. Потому что сегодня много жалоб, много нареканий на то, что предприятие не проводит никаких работ по изолировке трасс отопления, которые воздушные. Но поверьте, во-первых, у нас финансовая составляющая, я вам объяснил в начале передачи, как. А на сегодняшний день, если оно забито у нас в программе Мирового банка, мы, соответственно, деньги тратим только те, которые есть. Почему переводятся некоторые дома, почему переводятся на вот такой вот в подвалах отопление, чисто вот как индивидуально можно даже назвать, почему их переводят и в чем плюсы такой системы? Ну, мы не переводим как бы жильцов на индивидуальное или это, мы просто котельная, которая находится в подвале, она там газ, она, ну, будем так говорить, небезопасна в эксплуатации. Мы не хотим повторения, чтобы вот как было там лазурная, вы понимаете, да, молодогвардейская и так далее. Поэтому эти котельные просто демонтируются, выводят, оборудование оттуда вывозится, а подключается дом напрямую к теплосети. Мы прокладываем теплосеть и подключаем. А то, что касается индивидуального отопления, значит, которое как бы было в определенный период распространено в городе Николаеве, я сразу могу предупредить всех жильцов, и пусть могут ко мне не обращаться, я категорически противник индивидуального отопления. Почему? Потому что на сегодняшний день стратегический, так сказать, план развития города Николаева подразумевает только централизованное отопление. А что по поводу счетов за тепло? Какой уровень оплат на данный момент и какой процент вы уже ожидаете далее? Да, много было вопросов, я хочу сразу ответить по счетам, которые мы выставляли в октябре месяце. Я много раз общался и с жителями, мы старались как-то разъяснить нашу позицию. Позиция наша заключалась в чем? Отопительный сезон начался немного поздно, значит, 23-24 многие микрорайоны включались. Как вы знаете, у нас большое количество домов с приборами учета тепловой энергии. Вот. Так вот, данные по тепловым счетчикам, они должны сдаваться с 20 по 25 число. Соответственно, понятно, что когда мы включаем 24 числа, то о какой сдаче прибора учета, так сказать, можно говорить. Поэтому было принято решение, что вот эти там, 5-6 дней до конца месяца, так как мы отапливаем и несем какие-то затраты по газу и так далее, то мы за вот эти 5 дней выставили населению по тарифу за квадратный метр. То есть для чего это было сделано? Для того, чтобы компенсировать затраты предприятия по газу. Потому что с 23 или с 24 мы тратим газ для того, чтобы подать отопление. То есть и этот газ с нас, НАК «Нафтогаз», требует оплату. Поэтому на сегодняшний день, вот мы сегодня с вами разговариваем 29 числа, значит, по ноябрю месяцу, те, кто сдал показания прибора учета, октябрь, соответственно, скорректирован, и в ноябрьских, за ноябрь, кто получит счета, значит, увидит, будет корректировка с учетом октября. То есть люди в декабре за ноябрь получат с учетом уже октября, то, что октябрь скорректирован. То есть поэтому пусть население не переживает. Значит, есть много вопросов, связанных, вроде бы пуск был 24-го, а фактически ЖЭК нас там, мне пишут, запустили с 1-го числа. У нас есть все вот эти документы от жилищно-эксплуатационных предприятий, где они опаздывали запускать или были какие-то технические проблемы, они не могли запустить. То по этим всем домам, тех жилищно-эксплуатационные предприятия, которые подали нам такие списки, мы обязательно произведем перерасчет. Но в дальнейшем хотелось бы, конечно, сделать как бы такую отметку о том, что причины, когда
жилищно-эксплуатационное предприятие указывает причина там, засорения сопла или там, невозможность закрыть, открыть задвижку, которая является собственностью ЖЭКа, я считаю, что это не является причиной, для чего мы должны сделать перерасчет. Это, будем так говорить, население платит в ЖЭК для обслуживания, который получает деньги за обслуживание системы отопления. Поэтому, если есть причины срыва и недоведение услуги теплоснабжения до населения, то вообще-то это должен компенсировать тот, кто это не смог сделать, уже жилищно-эксплуатационная контора. Ну, на сегодняшний день... Я прошу прощения, нам уже пора заканчивать. Спасибо огромное, что были с нами сегодня. Дякуємо вам, шановні глядачі, что были с нами и дивилися «Гарячу лінію». До зустрічі в ефірі.